Somebody once told me the world is gonna roll. Йо, всем привет! Это Puzzle TV channel, и сегодня мы будем снимать реакцию публики на всякую чушь, которую будем творить в электричке. Ты скажешь что-нибудь или будешь молчать, как придурок? Нет. А сейчас вы все увидите. Я думаю, такого неадекватные люди в электричках, по крайней мере, российских, очень давно не видели. Сейчас будет жарко. Ну, человек, а сигарет не было, не нравится? То есть можно зажигалку тоже, ты все промочил. Смотрите, мне на расторговую. Ты что это? Мне на расторговую скоро выходить, через сколько остановок? Да блин, я попал под дождь, и единственное, что у меня было, но я же не в трусах буду ходить, хотя полотенце накинул. Где ты под дождь попал? Где ты увидел дождь-то? Вот так, меня катила машина. Тяжелый рабочий день. Садите. Не подскажете, как до Барабина едет электричка? Едет. А, блядь! Хочу, блин, не, просто надо нормально выглядеть. Можно часто это делать, а? Порезы уже часто выглядят. Порезы? Где? Не, это от турника, я солнышко на локтях крутил. Я аккуратно. А у вас есть салфетка? Нету? А у вас будет салфетка? Нет, тут салфетка, да? У кого-нибудь есть салфетка? Мне просто салфетка нужна, как бы я тут. Да. У вас есть влажная салфетка? Спасибо большое. Руки немного испачкал. А? Туалетной бумаги нет. Да. Нет. Ой, да ладно. Не открывается, руки скользкие. Все нормально? Адекватно? Ну, а что такого? Вам, если неудобство заставляет, я могу идти в другой вагон. Можете это сделать дома. Ну, я не успеваю это дома сделать, как бы. Если вы не успеваете это дома, значит, вы сделаете вызов. Вот, чувак, берите, пожалуйста. Лёшка, у вас никакой прищепки не будет, просто я зацепить не могу. Спасибо вам огромное. Yeah.
Девушка, можешь, пожалуйста, присесть? Спасибо большое. Выходим. Веселух начинается. Да вы чего? Ну, руки вытирать, конечно. А зачем вы? Да я греюсь. Я на работе времени. Да. Ну, так я это заранее. А влажные? Нет влажные, да? Вы смеетесь надо мной? Что в этом смешного? Вот вы, девушка, работаете, а? Вот я работаю, вот и. Ну вот. Вот у вас бритые подмышки? С кем вы поспорили? В смысле поспорил? Вот у вас бритые подмышки? У меня не бритые. Мне надо ехать домой, к жене. А у меня времени нет. Приеду домой с работы. Она такая, ты пахнешь. А я говорю, не, я не буду пахнуть, потому что я тут побрил. Руки еще, вон, видите, вот я гайки закручивал гайки, а у меня руки вот все. Хотите, у меня станок еще один есть. Душ вы тут не хотите принять? Нет, здесь нет душ. Хотите, я вам станок, женщина, хотите, вам станок дам? О, да. Самое главное, ровно выбрить. Это. Там уже ничего нет. Нет? Здесь брил, да? Над ниже. Да, спасибо. Порядок, у меня шея не такая длинная. А влажные салфетки есть? У кого-нибудь есть влажные салфетки? Мне надо... Есть салфетки влажные? О, дайте спасибо, пожалуйста. Вот вам это прошу. Подержите, пожалуйста, я пока. Все, ладно, я на пол. Вообще, этот кусочек у меня. Вот теперь я красивый какой, а? Жена будет довольна. Подержите? Не будете держать? Ладно. Так, сейчас. Надо... А можно одну салфетку в одну салфетку? Я там как... Ох. Что у вас такая у всех реакция? Как будто никто никогда подмышки не брел в электричке. Вот я еду домой, мне надо к жене приехать красивым. Я же не хочу плохо выглядеть. Вот мужчина, видно, гладко выбритый. У меня, вот видите, какая борода отросла. Все руки в мазуте прикручивал гайки. Смеетесь всем там. Ладно, все. Обиделся я на вас всех. Пойду в следующий вагон брить бороду. Ну что ж, вот мы и поугарали в электричках. Реакция людей была абсолютно разная. Нам хотели дать люлей. Над нами ржали, нас кто-то боялся, в ужасе замирали люди. Люди были в шоке, но суть в том, что мы вызвали эмоции, и это главное. В скором времени выйдет наш новый пранк, там, где мы будем пугать людей. Это никак не будет связано с электричками. Можете совсем не подписываться на канал, но обязательно посмотрите видео, где я прыгаю с 16 этажа. Видео, где я путешествую с носком телепортом, и где меня обливают тонны воды из бульдозера. Угу. Да-да, оно внизу, вот здесь, посмотрите. Нажимайте. Жми.